Берлин призывает Украину и пророссийских боевиков соблюдать режим прекращения огня. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, вопреки многочисленным договоренностям, достичь режима тишины не удается. Габриэль также подчеркнул, необходимо полностью вывести тяжелое вооружение с позиций сторон и позволить безопасно работать представителям ОБСЕ. Самое важное – реализация договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения. Прежде всего, нужно выполнить обещание ОБСЕ, что касается тяжелого вооружения на позициях. Мы можем только надеяться, что Украина и Россия придерживаются своих обещаний, иначе страдания людей в регионе прекратить не удастся.